Сегодня 15 марта 2024 года, и сегодня новая я. Я каждый раз новая, я каждый раз изучаю, я каждый раз сама прохожу что-то и потом уже даю вам. И скоро, мои дорогие женщины, это только для женщин, любезных моих, прекрасных девушек, женщин, будет категория 18+ у нас, и женщины там как бы разные обращаются, до в среднем 60 лет, 55 тоже писали. Вот. На процессе ведунья мы будем с вами, дорогие, такие процессы исполнять, вы даже не представляете. Вот многие девочки пишут: что такое ведунья? Ведьма, это же страшно. Что страшно? Это не про колдунью, которая зелья какие-то там приворотные варит. Нет, это вообще не про это. Яйца мы по телу катать не будем. Свечи такие жечь и шептать там нет. Молитв не будет. Каких-то там негативных заговоров такого у нас не будет на моем круге. Мой круг только про позитив, только про чистоту, только про духовность, только про женскую силу, только про самое-самое наилучшее, про любовь, про силу именно женскую в хорошем смысле этого слова, про любовь, любовь. Любовь творит чудеса, и это факт. И я с любовью буду очищать вас, спасать вас, помогать вам. И с любовью мы будем очень много говорить. Я буду вам рассказывать, делиться самыми сакральными, самыми сокровенными знаниями, какие я получила во время ретрита. И совсем скоро мы встретимся. Я думаю, в начале апреля будет вход в круг открыт. Я сейчас решаю насчет даты. Как только я определюсь, вы первые об этом узнаете, но вход в круг открыт. И сейчас ты можешь зайти по самой низкой цене, потому что если ты заранее запишешься, ты получишь, конечно, свои бонусы. А каждую неделю я буду поднимать немного цену, но ты по-любому можешь зайти в мой круг. Просто вопрос, по какой цене ты зайдешь. Если ты хочешь по низкой, заходи сейчас. Если тебе все равно и у тебя нет никаких проблем с финансами, ты можешь зайти даже в последний день, если успеешь. Потому что места все-таки будут ограничены. И вас много, и я одна. Так что записывайтесь, узнавайте, интересуйтесь, и я выйду вебинар, где вы можете мне задать вопросы.